Are you happy with the shop? Yes. Are you really happy? Yes. So Vadim, what do you think about your shop? Are you proud? I think that we do it. Друзья, я очень рад поприветствовать вас всех тут. Мы очень рады, что вы пришли. Меня зовут Александр Березкин, если кто не знает. И мы открываем первый магазин Лейка в Москве, в России. И пятый магазин в мире. Поздравляю всех с открытием. И надеюсь на дальнейшую удачную сотрудничество со всеми и prosperous future. I'm delighted to open the shop. Thank you for all for coming. And I hope that everything is all right and everyone likes the party. We welcome you for the second event in the exhibition of Latins, the exhibition of the photographer Latin in the Lisbon. So I hope you are going to come and you like everything that is here. Thank you. Организаторов и конечно нам было очень трудно, мы разные, очень разные, трудно понять друг друга, добиться чего-то, но тем не менее все закончилось. А благодаря даже, ну, прекрасно то, что пришла вот, ну, замечательный человек Ирина Медведева, сказала: безумная идея, давай сделаем выставку. Кто ее надоумил, откуда она это взяла, я понятия не имею. И кому это нужно, я тоже не знаю. Может, вам нужно. Но главное, что я благодарен. Слышно так, что-то у меня. Я благодарен очень Ирине и организаторам за то, что они никоим образом не вмешивались в мой отбор.
Это самое главное, и низкий мой поклон всем. Вы знаете, это гораздо важнее, потому что, конечно, за это, ну, я все могу простить и прощать. Thank you.